Всем привет! Меня зовут Ксения Морозова. Ты смотришь Ньюсблок на MTV. Группа «Мумитролль» отмечает 25 лет. Как настоящие рок-музыканты, они отметили это событие концертом. И не где-то там в клубе, а в самом Олимпийском. Впрочем, они могут себе это позволить. Певец, музыкант и дизайнер Игорь Саруханов выпустил новый альбом «Алые паруса». Материал накапливался ровно 2 года. Столько же времени прошло с момента рождения его дочери, которой посвящена пластинка. В творчестве Ирины Дубцовой опять родился дуэт. На этот раз с украинской певицей Ольгой Лимой. Девушки решили пройтись по алчным девицам, которые живут за счет богатых мужчин и ничем при этом полезным не занимаются. Об этом их клип и песня. Живая музыка, горячительные напитки, отличная компания – вот что нужно для хорошей вечеринки. В одном из ночных клубов столицы прошел «Идишфест-2011». Как это было, узнаем прямо сейчас. Андрей и Марина Голубева снова вместе. Персонажи Гоши Куценко и Кристины Арбакайте из саги «Любовь, морковь» встретились спустя год на озвучке 3-й части фильма. Мы побывали там и узнали самые последние новости из жизни артистов.